Это Герман, у нас начинается с двух барспинов. Я думал один, но нет, одним мы не ограничиваемся. У нас тут два. Единичные трюки, я так понимаю, в категории новички уже не котируются. Сложно представить, я думаю, один из старейших райдеров, который катается с Макар чуть больше 10 лет, и который по праву занимает место в судейской коллегии. Эти ребята удивлены тем, что происходит прямо сейчас. Ребята, которые совсем недавно начали кататься на самокате, уже делают в уголочек трюки, которые вот мы до сих пор не умеем. А они уже делают в уголочек. Итак, Брайчик в хоторе. И не просто делает, а налегки, идеально чисто на одном дыхании, не потеряв скорости, ровно так, как и должны кататься будущие чемпионы. И мне кажется, именно сейчас мы на них и наблюдаем. На ребят, которые сейчас участвуют в новичках, они совсем скоро уже будут составлять конкуренцию нашим многоуважаемым профессионалам, которые, кстати, сегодня будут принимать участие в дисциплине Бигэйра, о которой я, разумеется, расскажу чуть-чуть попозже. И Герман тем временем один финальный тычок нам сейчас прям покажет. И уступит время место следующему. Ой, как Фромбрай на мейну практически сделал. Ну, отлично было бы, если бы сделал. Вполне было бы отлично.